Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шоустрый Бум. Сегодня хочу поделиться с вами вкуснейшим, ароматным ужином, друзья. Готовится легко и просто. Конечный результат вас точно удивит. Начинаем готовить. Поехали! Для начала нам понадобится одна луковица и пару зубчиков чеснока. Все нарезаем мелко. Лук нарезаем кубиком. Отправил сковородку на плиту, добавляю буквально столовую ложку растительного масла и отправляю жарить чеснок и лук. Обжариваем до румяного цвета. Как только лук стал слегка румяный, отправляю жарить фарш. Фарш у меня свиной. Здесь у меня 450 грамм. Фарш можно брать любой. Можно куриный, можно говяжий. Какой вам нравится, такой берите. У меня есть свиной, я добавляю свиной. Обжариваем. Фарш нужно прожарить вместе с луком до готовности. Обязательно перемешиваем. Нам также понадобится один перец острый. Нарезаем чуть больше половины. Также понадобится один болгарский перец. Разрезаю пополам и чистим от семян. Разрезаю еще раз пополам. И нарезаем вот таким вот образом. Жарю уже минут 6-7 и отправляю перец и болгарский, и острый. Старайтесь острый перец не трогать руками. Две-три минуты обжариваем вместе с перцем. Добавляю чайную ложку без горки кориандр молотый. Зира буквально чуть-чуть нужно растереть ладонями. Чайную ложку соли. Чайную ложку сахара без горки. Жарю это все на среднем огне. Сахар нужен как усилитель вкуса. Заливаю это все томатами в собственном соку. Можно свежими помидорками. Хорошенечко это все нужно перемешать. Также добавляю миллилитров 50 воды. Снова перемешиваю. Убавляю огонь на минимум, накрываю крышкой и тушу минут 20-25. Мне не хватает кислинки, я добавлю чуть-чуть сока лайма. Столовую ложку будет достаточно. И добавляю 400 грамм красной фасоли консервированной. Перемешиваю. Аромат стоит на кухне просто шикарный, друзья. Очень вкусный аромат, очень. Накрываю крышкой еще буквально на 5 минут. Присыпаем все это дело резаной петрушечкой. Друзья, я прямо рекомендую вам. Очень вкусное. В меру острое. Просто шикарно. Ну что, друзья, давайте попробуем. Очень вкусно. Просто супер. Друзья, кому понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео.
Всем пока.